Большой приветище всем! Я знаю, что многие писали комментарии о том, чтобы я записал VR-чик, и вот сегодня настал наконец-то этот день. Сегодня вы усерите Бэтмена в VR. Но я хочу сказать, что Бэтмен записывался в очень плохом разрешении. А именно, Бэтмен запускался в небольшом экранчике, а запустить на весь экран не получалось. Но я выкрутился. Правда, в угоду качества, и по бокам будут небольшие черные вырезы от виртуальных очков. Ну, надеюсь, тебе это не помешает, и ты насладишься видосом. Поехали! Тяжелая ночь, сэр. Когда вы вернулись? Ага, тяжеленькая, Альфред. Я был бы признателен, если бы вы ставили меня в известность о том, где находитесь. Вы ведь не забыли, что кровать гораздо лучше подходит для сна? Альфред, ну не паникуй, дай твои щечки потрогай, вот так вот все, успокойся. В обычной ситуации я бы попросил передохнуть, но сегодня ситуация чрезвычайная. Я все объясню внизу. Полагаю, вы ищете это. Это? Да как бы нет, не искал. Слушай, семки есть? Дай семок, а? А если найду? А если обыщу? Чё в карманах? Тут? А тут? Жадина. Ладно, давай хоть ключ. Чё поделать-то? Хорошо, сэр. Увидимся внизу. Альфред, а ты уши почистил? Такое ощущение, что со стенкой поговорил. Вот так вот. Где мои нотки? Все, наверное, думали, что сейчас VR Бэтмен будет. VR... Да что ж такое, ноты упали. А сейчас будет 10-минутное выступление в соло Брюса. Итак, кузнечик. Вспомнить бы, как тыкать пальцами по клавишам. Чё-то не получается. Я не понял. Дайте мне доиграть. Я не настолько ужасный пианист. Ай, чешуять. Не думал, что за плохую игру тебя могут закрыть. А, подожди. Во. Это же скрытое место Бэтмена. Добро пожаловать. Начинаю процедуру экипировки костюма. Требуются биометрические данные. Какие-какие? Чё, в баночку попить надо, что ли? Ща, погодь. Так вот. Простите, а куда баночку-то поставить? Я все. Смотри-ка, здесь чей-то отпечаток. Надо приложить ладошку, что ли? Ну-ка. Вау, руки притягиваются, смотри. А есть и две ладошки. Бэткостюм версии 7.43 готов к использованию. Я в кино видел, надо вот так вот сделать, смотри, смотри, как руки дрожат, боже мой. Костюмчик Бэтмена теперь на мне. Ишкири-ей. Так, брим-брим-брим-брим, что дальше? Перчаточки, мне надо перчаточки. Воу, вот это турбины. Туда что, руки надо толкать? А если меня руки оторвет? Ладно, рискнем здоровьем. А тихонечко. А-а-а! Фух, ну это было, в принципе, не больно. Скрыл свои синяки, теперь хоть не стыдно семки просить на улице. Дай семек. Маска Бэтмена. Мой кулак есть Бэтмен. Так, что, ее одеть надо, да, значит, сейчас. Ой, батюшки, как в ней тесно. Пришлось смазать, прежде чем ее одеть. Сейчас моим локтем. Черт подери, смазка в глаза потекла. Какой у меня мощный подбородок. Какие стальные сосочки. Теперь мне никто не сделает соски в тиски. Бабуль, ты прикинь, что у меня здесь в виртуальной реальности. Я Бэтмен. Ты посмотри. А, ты ж не видишь, ты же не в шлеме. Бабуль, ты что творишь? А ну дай, сыночек, бабка посмотрит хоть на тебя, красавчика. Где здесь зеркало-то? Ух, какое место стрёмное. Занесло ж тебя, внучара, сюда. Твою ж налево. Это кто такой? Что за урод? А, погодь, это я, что ли? Ой, мама моя родная. Я же Бэтмен. Какие прицепсы, трицепсы. Какой обтягивающий костюм. Ух. Ну все, внучара, теперь у тебя бэт-бабка есть. Бэт-бабка. Какие у меня бицепсы.
Да, вот это мощь. Красавчик. А ну-ка, ну-ка. Да ты что, стринги что ли носишь? Фу-фу-фу-фу-фу. Бабка, ты что там делаешь? А ну завязывай. А ну шлем мне отдай обратно. Внучара, ну не надо. Мне тут так хорошо, не отбирай у меня шлем. Все, я вернулся. Я здесь. Ваш Бэтмен самый настоящий. Да, это я, это я. Я Бэтмен, Бэтмен, да. О, все, продолжим. Че ты смотришь? Че ты хочешь? Ты хочешь мне что-то сказать? Я тебя сейчас своими рогами забодаю. Бу-бу-бу. Взгляд ястреба. Уход кошки. Стелс. Одним глазком. Чу. Быстрый выход из стелса. Я такой, ты знаешь, кто я? Я Бэтмен. Ну чё, вроде бы спецприемы все отработал. Можно дальше. Бетаранги готовы к использованию. Чё-чё-чё? Бетаранги? Это же бумеранги! Бетовские ранги! Ядрён батон, у меня они наконец-то появились! Чё-чё-чё? Метать будем? Сейчас я покажу мастер-класс. Я-я-жбух! Видал, я даже не метился. Просто легко. Чикиряу, пау, бил. Сейчас еще раз. О, три мишени. Сейчас я их как вышибу. Компьютер будет в шоке. Так, какой вышибить? Левый или правый? Правый или левый? Или правый? Концентрейшн? И имитейшн. Как сладенький. Калибровка бэт-костюма завершена. Ну чё, следующий этап, погнали. Какой ржавый рычаг. Давай, пускайся. Поехали. Чё так медленно? Давай быстрее. Походу, рычаг сломался. И едем мы с тобой на днище, на глубокое сырое и с мышками. Всё, рычагу хана. Надо бы его наказать. Вау! Пещерный водопад. Сколько летучих мышей. Мышки, летите на свет. Мои дети. Крутяк, вот это пещерище. Слушай. Ого. Это что, у меня там огроменная здоровенная монета, что ли? О, динозавр. У меня в пещере динозавр. Ты что здесь делаешь? Ты вымер миллион лет назад. А, слушай, так это ж чучело. Все, я на месте. В центре моей пещеры. Здесь какие-то кассеты от Дэнди, от Сеги валяются. О, шприц! Круто! Что делать с ним? Наркоманий, что ли? А, погодь, он кровь выкачивает! Аж ты ж я что-то можешь пораться подальше. Хочешь сдать анализы на трипперу? Все, полно! Все откачал! Теперь мне нужна колба. Джокер? Джокер-шокер, нафиг ты мне сдался? Берем вот так вот. Заливаем. Три класса медицинского дают о себе знать. Я же профи. Правда, в третьем классе мне было всего 9. Какая клавиша тут отвечает за анализы? Активация стрельбища. Эй, Вася, подожди, нет! Какое стрельбище? Чё мне с анализами-то делать? Альфред, седой ты старикашка, никакой помощи от тебя. Чё? Рекорд надо замутить, что ли? Ладно, сейчас. Пробирку в топку. Еще накачаем кровушки. Видал, да, какой я скорострельный? Продолжаем анализ нашей крови. Я хотел ее повертеть, покрутить. Еще вот это вот, наверное, поставим, чтоб наверняка так. Ну чё, погнали? Долбанная аппаратура, работай давай! Все, готово, забираем. Какая-то она мутная стала слишком, слушай. Ладно, пихаем ее теперь в микроволновку. Сейчас она нам покажет, что у нас с кровушкой. Хм, эники-беники, еле вареники. Анализ пробы крови заражена кровью Джокера. Вот? Что? Я заражен кровью Джокера? Чё за дичь? Мешок мне на голову, чё с кровью, чё она такая зелененькая? Чё-то я не хочу быть Бэтменом, это слишком дико для меня. Кровь как у инопланетянина. Альфред, у нас же наверняка есть какой-нибудь антидот, а? Альфреду, походу, вообще похрену. Сэр, вы приближаетесь к маячку мистера Грейсона. Вы нашли его? Я на месте. Бэтмен в деле. О, яблочко погрызное. С утра ничего не ел. Что-то не грызется. Видимо, у меня зубов нет. Или маска мешает, не знаю. Чайник.
А выпью-ка я, сударь, чаю. Чаёчек, ну... Чёрт подери, я не могу разбить окно! Что ж я за бутман такой? Чё? Вы издеваетесь, что ли? Мы приспособления не могут разбить окно? Бутман, я разочарован в тебе. Точнее, в себе. А ну-ка, может, фонарик поможет? О, смотри-ка. Сейчас мы с тобой замутим теневое шоу. Шла большая рука. Где моя рука? Я не понял, почему тени руки моей нету? Да ну нафиг. Приехал мир спасать, одно разочарование. Не, в топку такого Бэтмена. Пошел, короче, чай попью.